Я уже прихожу к выводу, что действительно, видимо, не только я, наверное, управляю командой. Мне видится, я как раз в перерыве говорил, что, ребятки, еще можно быть повнимательнее. Давайте мы сделаем. Повнимательнее будьте. Сил сколько угодно есть. Все сразу рухнуло. Все сразу рухнуло. И, откровенно говоря, просто я удивлен. Удивлен и не могу найти причин. Буду вот их, как говорят, пытать, может быть, что-то. Неделание не в силах. Силы можно вытащить из организма сколько угодно. Это, видимо, все-таки заключение ума. Не знаю, как, какое заключение ума, но вот видите, 2-0 проиграли. Тренер со мной поговорил перед игрой, сказал, что так лучше будет для команды.